Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, кто же не может вас забыть. Смотрим, пока не вижу, кто. Мужчина, который на расстоянии. Да, и скорее всего сейчас он расстался со своей женой или со своей женщиной, со своей второй половинкой. Вот. Но, тем не менее, он на расстоянии с вами. Хочет появиться в вашей жизни. Хочет возродить какие-то ваши отношения. Мечтает о вас. Страсть испытывает. А вот он сам мужчина. Это мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами. Обаятельный, очаровательный, добрый, веселый, заботливый. И хочет появиться в вашей жизни и появится, девочки, в ближайшую неделю, то есть от одной недели до месяца, вот в этот период, он однозначно в вашей жизни появится. Он, да, расстался со своей второй половинкой, но при этом он не может вас забыть, и все время, сколько он был с этой женщиной, да, он думал только о вас. И сейчас хочет без сомнения возрождения ваших взаимоотношений. Так что ждите, скоро появится.